Здравствуйте! Это программа «Наши тесты». Как-то осенью мы уже рассказывали вам о том, что лучший способ вложить деньги в автомобиль во время кризиса – это приобрести пикап, потому что эти автомобили созданы и задуманы не удовольствие для, а пользы ради. Пикап – это машина не для горожанина, а для такого хозяйственника, у которого есть дом в деревне, либо какое-то приусадебное хозяйство. Можно сказать, что я являюсь таковым, и сегодня я решил воспользоваться служебным положением и поехать на этом вот пикапе, который нам доверили, запастись дровами на зиму. Ну, как вы видите, автомобиль у нас сегодня не совсем обычный. Дело в том, что это первый, наверное, представитель современного поколения российских пикапов, УАЗ Патриот пикап. Именно поэтому мы сегодня эту машину ни с кем не сравниваем, а тестируем в гордом одиночестве. Ну что ж, будем готовиться к лесоповалу. Что касается наших остальных инструментов, которые мы сегодня будем использовать, то они под стать нашему автомобилю. Исключительно советский, отечественный продукт — бензопила «Урал». Легендарная, между прочим, пила 78-го года выпуска. Можно посчитать, сколько ей сегодня лет. Это вообще очень древнее орудие российского народа, которое используется не всегда по назначению. Ну и, естественно, бензинчик и двухтактное масло. Ну что ж, вот и есть наш нехитрый скарт на сегодня. Кстати, как вы видите, задний борт представляет себе очень удобную широкую лавочку. Здесь можно разложить все как на столе и, собственно, готовиться к работе. Пила старая, бог знает, сколько лет назад ее заводили. Но свеча новая, поменена. Сейчас зальем бензинчик, масло двухтактное. Все это делается, естественно, вот через крышечку. Все у нас заливается вот сюда. Как водится, никаких воронок, все на глаз. Ну, в общем, все как обычно у наших людей. 76-й бензинчик. Половина, как всегда, мимо. Но это ж пикап. Здесь это можно себе позволить. Двухтактное масло льем на глаз. Примерно мы знаем, сколько его нам надо, конечно. Никто с собой никаких мерных ворончик, крышечек, конечно же, не носит. Покачаем хорошенечко. Отворачиваем крантик на бензопроводе. Все у нас просто. Вот здесь у нас такая заслоночка. Ее тоже надо поставить в режим прогрева. Ну что ж, попробуем завести. Чихнуло. Теперь фильтр, нормальное положение и... Опа! Вот, 78-й год выпуска, Made in USSR. Ну что ж, пила у нас прогрелась. Все нормально, можно пилить. Сегодня мы не будем нарушать лесные законы и кодексы. Валим исключительно сухие деревья. Опа-на! Потом дадим старой технике заслуженно передохнуть. Надо промерить шагами кузов. Будем проверять кузов в галошах, или, как говорят дети, в лилипутах. Раз, два, три, четыре. Четыре вот впритык на грани, так, чтобы закрылся борт. Габариты грузового отсека. Длина 150 сантиметров, ширина 140, глубина 65. Грузоподъемность 800 килограммов.
У нас тут все точно измерено, поэтому сейчас будем отмерять и топором делать зарубочки в 4 галоши. Иначе у нас просто в кузов ничего не войдет. Раз, два, три, четыре. Опа! Есть! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну что ж, будем... Будем пилить. Так, снова меняем пилу. Переводим нож в вертикальное положение. Ну что ж, заводим. Теперь уже без всяких церемоний. Так, ну вот приехали, кажется. Бывают моменты с нашей техникой, то ли свечу залил, то ли еще что-то. Стало и все, ни в какую не хочешь пилить. Вот так вот посреди, завалили сколько-то деревьев, поработали, но работа не закончена, пилить-то еще надо. Нужны ключи, выворачивать свечу, смотреть, может быть, менять, черт ты знает, что произошло. Вот, если имеешь достаточно навыков и есть время, надо возиться. Вот такая история. На этот случай у нас, конечно же, с собой есть современная, импортная, американская техника. Она уже у нас в кузове не ездит. Только вот с таким чехольчиком в салоне. Белый человек. Вот эта вещь должна работать безотказно. Вот эта техника сбоев не дает, но и стоит гораздо дороже. И потом посмотрите, ну это разве пила? Оп, заглохла. Ну что ж, попробуем поработать теперь импортной, компактной, экономичной, очень удобной, современной и дорогой пилой. Как мы видим, и это делать легко и удобно. Занимает определенное время. Действительно, это какой-то сучкорез, а не пила. Детская игрушка по сравнению с нашим Уралом. Дрова-то мы нарезали очень мелко. Нашинковали, прям так скажем. Но у нас вот четко, чтобы они входили в кузов, и при этом борт закрывался. К сожалению, кузов довольно короткий. Класть поперек, грузить и разгружать довольно неудобно. Поэтому единственный вариант. Будем потихоньку загружать. Этого хватит для того, чтобы загрузить наш УАЗик и проверить его на вместительность, а также на передвижение по бездорожью с полной загрузкой. Ну а чтобы закончить с пилами, с импортной техникой, можно сказать, что Урал сегодня у нас олицетворяет советскую технику, так же как и УАЗ пикап. Вот это современная, модная, но дорогая Хускварна, пожалуй, все остальные пикапы. Вроде бы первый раунд пилку дров. Наш техник советский сегодня проигрывает, в частности Урал, но это не так. Под конец, видимо, свеча все-таки просохла, и эта пила тоже завелась. Так что пока что 1-1. Вот вам явный минус. Почти полный кузовочек. И чтобы дровишки дальше подкидывать, ближе-то никак не подойти. Большой очень кузов. Никакой подставочки, подступочки. Вообще, с одной стороны, удобно, когда здесь что-то раскладываешь. А вот когда грузить-то, уже не очень. Опа. Пожалуй, все. Попробуем сейчас закрыть борт. Дело в том, что кузовочек-то у нас глубокий, приличный. Можно было бы и сверху нагрузить, навалить бревен. Но по технике безопасности ехать-то так нельзя. Нам еще и по шоссе надо проехать. Поэтому, пожалуй, это предел для этого кузова. Попробуем закрыть борт.
Ну что ж, полна коробочка. Есть, правда, теперь несколько вопросов. Ехали мы сюда порожничком. В кузове у нас была пила, канистра, топор. В общем, всякие полезные и приятные мелочи, нужные в лесу для лесоповала. Теперь, когда у нас кузов полный, все это разместить попросту негде. Не положишь ты всю пахнущую бензином пилу в наш шикарный салон почти практически легкового автомобиля. Если мы говорим об утилитарных внедорожниках, пикапах, то вот у многих конкурентов здесь есть такая великолепная рамочка, которая, между прочим, защищает заднее стекло. Здесь же в УАЗе Патриот пикап есть вот такая вот замечательная труба декоративная. Есть еще там декоративные подножки, которые, возможно, кому-то очень пригодятся. Но ни одной петли в грузовом отделении, ни одного места хотя бы крепления этих самых крюков, не говоря уже о самих ремнях крепления, мы здесь не нашли. Так что придется нам наши пожитки размещать просто в кузове каким-то образом, в надежде, что они у нас здесь не выскочат. Ну вот так вот будем пробовать ехать. Ну что ж, лесоповал закончен. Теперь надо все это нам еще довести по бездорожью, собственно, месту назначения. Мы, как видите, одеты, как сельские жители, валеночки. Ну, в общем, все, что соответствует сезону. Посмотрим, каково рулить валенками здесь, в УАЗе. Каков педальный узел, предназначен ли он для этого. А ведь многим потребителям этого автомобиля, охотникам, рыбакам, придется управлять им именно вот в такой примерно экипировке. Ну, может быть, не совсем такой. А вы знаете, между прочим, ничего. Ну, по сути, это дело тот же самый Патриот, и валенки четко встают на педали. Более того, слева есть удобная педалька для отдыха левой ноги. И вот валенок 46-го разношенного размера четко встает между педалью сцепления и боковиной. То есть, таким образом, даже в валенках можно поставить туда ногу для того, чтобы отдыхать в долгом пути. Ну что ж, надо заводить аппарат. Движочек у нас бензиновый. Можно и погреть чуть-чуть, если что. Включаем машину, сразу становится ясно, что здесь нет у нас, скажем, антиблокировочной системы. Возможно, зимой она пригодилась. Но здесь, в этом автомобиле, в отличие от Патриота, ее нету. Сейчас нам понадобится полный привод. Подключаем полный привод и заодно сразу пониженную передачу. Ну все, можно ехать. Характеристики следующие. Тип полного привода part-time, постоянный задний, жестко подключаемым передним. Дорожный просвет 21 см, угол въезда 35 градусов, угол съезда 21 градус. Глубина преодолеваемого брода 50 см. Очень скоро стало ясно, что для такого автомобиля глубокий снег не препятствие. В порядке эксперимента мы решили отключить пониженную, а затем и передок. Груженный пикап на заднем приводе месил снег чуть менее проворно, но также исправно. Кстати, базовая комплектация пикапа всего на 25 тысяч дешевле аналогичной комплектации Патриота. Ее цена 430 тысяч рублей. Вот мы и приехали на Фазенду. Осталось только разгрузиться и в путь дальше тестировать наш пикап уже в городских условиях. Испытание дровами Патриот прошел отлично. Можно эту машину использовать в хозяйстве. Однако, если мы вспомним цену, за которую она приобретается, да еще мотор 409 с очень мудреным инжектором, конечно же, люди, которые будут покупать этот автомобиль там, где круглый год ходят в сапогах, где нет советской власти, они будут приобретать не эту версию, а, скорее всего, хорошо всем знакомую буханочку.